Уважаемые избиратели, здравствуйте. Я зарегистрированный кандидат в депутаты законодательного собрания Шилович Александр Николаевич, избирательный округ номер 23, Ржевка. Вчера вечером из органов социальной защиты населения Красногвардейского района мне позвонили и предложили заехать за подарками для моей семьи, так как я являюсь многодетным отцом. И поздравили мою жену с Днем Матери. Сказали, что депутат Тимофеев дарит каждому ребенку в нашем Красногвардейском районе, каждой женщине подарки. Я решил пойти ехать, посмотреть и взять эти подарки. Приехал действительно в государственном учреждении Санкт-Петербурга, государственные служащие Санкт-Петербурга, свое служебное время спокойно раздают подарки от депутата Тимофеева, тем самым нарушая закон и государственной гражданской службы, и нарушая федеральный закон. И депутат Тимофеев тоже не имеет права выдавать подарки. Но речь не об этом. Вы просто можете оценить стоимость этого продуктового набора и во сколько вас оценивает власть. Итак, шоколад, подсолнечное масло, печенье, набор дешевых конфет, банка тушенки, сгущенки и шпроты. Вот это ваш паёк на 5 лет, уважаемые избиратели.